Друзья, сегодня мы посетили Епифановский ставочек. Их тут два ставка, если на карте смотреть, до второго еще не доехали. Вот первый осматриваем. Епифановский ставок, как альтернатива нашей водной, сюда доехать можно только на машине. И, ну, можно и пешком дойти, конечно, и на велосипеде. Но автомобильный транспорт рулит однозначно в этой местности. Епифановский ставок – озеро, на котором пляжа, можно сказать, нет. Даже глядя на карту, можно сходу сделать вывод, что ставок больше заточен под рыбаков, чем под любителей купаться. Однако купаются люди, тусуясь в беседочках или вообще в траве. Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные, кому-то и в траве не дискомфортно. Конечно, смотрящим за ставком людям можно было бы порекомендовать подвести песочка, но думаю, там и так неплохо. Зато рыбакам раздолье. Исходя из рассказов товарищей, а также из фотографий в свободном доступе во всяких интернетах, в ставке водится и карп, и окунь, но особо крупных экземпляров надо отпускать, а по мелочи можно забрать пропорционально уплоченных денег. Актуальную цену рыбалки на сегодняшний день не скажу. Попасть на ставок несложно. За Варваровкой надо повернуть налево и там найдете. Смотрите на карту или пользуйтесь ссылкой в описании под видео. Ссылку надо просто скопировать в строчку поисковика и нужное место на карте само покажется. Мнение, сразу скажу, двухзначное такое. Если вы любители дикого отдыха, куда-то заехать в гущу природы, в камыши, это как раз место для вас. Рыбалка, да, тут рыбка клюет. Пока какая, не скажу, чтобы не обмануть, но рыбаки с удочками сидят. Цивилизации тут нет, связь мобильная с горем пополам, с интернетом тоже большая проблема. Ну, приезжая отдыхать, вы ведь не к этому стремитесь, правильно? Водичка обалденная. Люди купаются, я ноги помочил, я туда лезть, наверное, не буду, мы просто проездом заехали посмотреть. Но вода хорошая, на ощупь, на вкус не знаю, не пробовал. В воде доступ бесплатный, само собой, за столик придется 10-20 гривен заплатить за человека, за дровишки можно отдельно заплатить, тоже от 20 до 50 и до бесконечности, мангальчик, все можно здесь по месту приобрести. Также есть беседочки, цену не узнавал, ну и за въезд машиной тоже с вас могут взять денежку отдельную. Поэтому имеет сюда смысл ехать или не имеет, смотрите сами. Просто наша водная перенаселена уже людьми. И тем, кто хочет больше свободы, больше чистой водички, приезжайте сюда. Все удобства или вот во дворе, во сортира, или в воде, кому как привычно. Само село Епифановка – это административный центр и единственный населенный пункт Епифановского сельского совета,
расположена дальше в сторону Михайловки, в 7 километрах от Ставка, если по прямой. Как для купания мы это озеро не рассматриваем, только для рыбалки.